Минута славы. Помните, были три человека. Александр Масляков, Татьяна Толстая, еще кто-то был приглашенный гость. Я к чему? Приглашаю трех человек, которые будут вершить судьбы, а они же члены нашего жюри. Итак, уважаемый зрительный зал, если среди вас те, кто будет вершить судьбы, вот тянущиеся руки, пожалуйста, выходите, пожалуйста, на сцену, будем знакомиться с нашим жюри. Вот оно и выходит как раз под аплодисменты зрительного зала, награждаем аплодисментами жюри также. Будет испытывать некоторые сложности на нашей программе, потому что работа-то ответственная. Так, я думал, это третий участник жюри у нас, нет? Председатель уже нарисовался, уже приказ...